Во время рабочей поездки он посетил бывший детский лагерь «Ивушка», где и встретился с жителями микрорайона вблизи улицы Российской. Эта территория активно застраивается, и число семей с детьми увеличивается. Дефицит школ и детских садов – одна из главных проблем, которые озвучивали люди. Будем строить две школы, чтобы не было скандала и здесь, и на Комарова. Другого решения нет. Я вам говорю и заверяю, что бюджет следующего года будет развернут в сторону тех проблем, которые я сегодня слышу. Нам сегодня не нужны мегапроекты, нам нужны те проекты, где живут люди. Это мое глубокое убеждение. Поэтому в первую очередь бюджет пойдет на сады, на школы, на амбулатории. Там, где идет реальная жизнь, на станицы и хутора тоже он пойдет, и не только на Краснодар. На месте закрывшегося детского лагеря «Ивушка» было предложено построить новую школу, а соседнюю, которая рассчитана только до 4 класса, после этого переделать под детский сад, в котором она изначально и была. Жители с таким предложением согласились. К концу года проект одного здания школы планируют уже разработать.